Всем привет! Сегодня мы продолжаем сравнение источников головного света. Давайте вместе разбираться, в чем же разница между средним ценовым сегментом и премиальным. Для сравнения у нас представлены 5 комплектов от разных фирм. Это компания TACPRO, Sarity модель E5, Sarity модель F6, AUZUM P5 и XG Lite. И, конечно же, H7, Osram, оригинальный свет, галоген. В нашем сегодняшнем сравнении не участвуют лампы европейских брендов, потому что в нынешней ситуации они остаются неконкурентоспособными. Давайте перейдем к сравнению. Сейчас на стенде у нас стоит светодиодная лампа фирмы TACPRO. В своих сравнениях мы будем двигаться от более дешевых моделей к более дорогим. И в конце рассмотрим лампу Osram H7. Дальняя точка. Ближняя точка. Точка встречной полосы. Точка обочины. Следующая светодиодная лампа Sarity E5. Дальняя точка. Ближняя точка. Точка встречной полосы. Точка обочины. Далее у нас Sarity F6. Дальняя точка. Ближняя точка. Точка встречной полосы. Точка обочины. Следующая лампа от AUZUM, модель P5. Дальняя точка. Ближняя точка. Точка встречной полосы. Точка обочины. Сейчас мы рассмотрим светодиодную лампу XG Lite в линзе Dixel. Линза используется для того, чтобы просто собрать свет. Также посмотрим дальнюю точку. Ближняя точка. Точка встречной полосы и точка обочины. А теперь рассмотрим галогеновую лампу Osram, также в линзе Dixel. Дальняя точка, ближняя точка, точка встречной полосы, точка обочины. Мы вместе рассмотрели лампы разных ценовых категорий и на цифрах увидели кардинальную разницу между ними. Обращайтесь в наши магазины, где наши менеджеры помогут вам сделать правильный выбор в той или иной ценовой категории. Ведь качественный свет – залог вашей безопасности.